Привет! А в этом видео мы с бабушкой Специи поделимся с вами потрясающим рецептом приготовления пиццы на сковороде за 5 минут. А пицца у нас будет с сыром и колбасой. Очень простая пицца, не требующая много времени и усилий. Получается практически полноценная пицца за очень короткий срок. Ингредиенты, которые нам необходимы для приготовления пиццы с сыром и колбасой. Ингредиенты рассчитаны на 8 порций. Для теста нам необходимо взять куриные яйца 2 штуки, мука 9 столовых ложек, майонез 4 столовые ложки, сметана 4 столовые ложки. Для начинки нам потребуется копченая колбаса 100 грамм, твердый сыр 150 грамм, помидоры 1 штука. Также потребуется растительное масло 1 столовая ложка. Основной этап приготовления. Подготавливаем необходимые ингредиенты. Смешиваем сметану и майонез. Добавляем яйца. Перемешиваем до однородной массы. Просеиваем муку, добавляем к смеси и все хорошенько перемешиваем. Выливаем тесто на предварительно смазанную маслом сковороду. Поверх теста выкладываем нарезанную ломтиками копченую колбасу. Выкладываем дольки помидор. Сыр натрем на мелкой терке. Посыпаем им пиццу. Жарим 5-7 минут. Сыр должен расплавиться. Вот и все. Очень вкусная и простая пицца на сковороде готова. И нам потребовалось всего 5 минут. Попробуйте приготовить пиццу на сковороде за 5 минут с сыром и колбасой по нашему с бабушкой рецепту. Приятного вам аппетита!